Дагестанские археологи обнаружили древние печи и сосуды с пиктограммами в Дербентском районе. Памятникам культуры более 4000 лет, и относятся они к эпохе Средней Бронзы. Конструкция некоторых артефактов уникальна. Подробнее расскажет Марат Чурюмов. На этом месте топились печи, хранилась в сосудах буза. Одним словом, кипела жизнь. Это происходило более 4000 лет назад, утверждают археологи. На найденной емкости выгравирован не просто узор. По словам ученых, орнамент имеет сакральный смысл. В центре у каждого этого пиктограммного ряда находится одна фигура, вот центральная фигура в виде двойной такой спирали и лесенки. Это условное изображение древа жизни. Находка гончарной печи уникальна. До этого удавалось найти лишь фрагменты. Для воссоздания ее внешнего вида не хватало верхней части. Теперь у ученых есть все детали. В скором времени они создадут макет печи и покажут ее первоначальный вид. Вот это останцы материковым они копали яму под четырехугольную, строили из галышей, булыжников или поломанных орудий каменных стены, а наверху они возводили глинобитный такой купол, и в центре дымоход такой интересный. Находки в селении Великент стали сенсацией. Раскопки здесь не велись почти 20 лет. Недавно работы решили возобновить, и удача улыбнулась ученым вновь. По своей уникальности, по богатству материалов, по археологическим артефактам район просто уникальный, фантастический. Такого нет нигде в мире. Значит, найдено огромное количество различных артефактов деятельности человека в возрасте примерно 4,5-5 тысяч лет. Здесь же археологи откопали костяные пряслицы и шилья, глиняные статуэтки и каменные топоры. Найденные артефакты относятся к эпохе Средней Бронзы. Задача специалистов сейчас – сохранить их. В перспективе все находки разместят в музее. Марат Чурюмов, Джабраил Рабаданов. Время новостей.